Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Яковлева, и я приглашаю вас в путешествие в занимательную страну математика. Цифры наши тут как тут, нас давненько уже ждут. Мы вас видеть очень рады, вы построите нас, ребята. Будем с цифрами играть, понарошку их пугать. Вот смотри, носорог, у него один лишь рог. Один, один, два, коза рогатая, коза бодатая. Два рога, два, два. Три, я волшебный зверь, три рог. Я сильнее носорога, у меня целых три рога. Ноль, а с нулем будем играть? Нет, нечем нолик нам пугать. С цифрами мы поиграли, по дорожке побежали. Наши ножки бегут быстро по дорожке. Мы в лесочке очутились, под кустом остановились. Посмотрите, посмотрите, чудо вы не пропустите. Ведь под этим вот листом спрятался волшебный дом. Этот странный дом без окон у людей зовется кокон. Свив на ветке этот дом, дремлет гусеница в нем. Спит без просыпа всю зиму, но зима промчалась мимо. Ручейки, капель, весна, просыпайся, Соня, Сонюшка, под весенним ярким солнышком. Гусенице не до сна, стала бабочкой она. Она кокон разрывает, над цветочками порхает. Нас с собой она зовет, с ней отправимся в поход. Машет правым крылышком, машет левым крылышком. Мы крылышками машем, все вместе громко скажем. Правым крылом, левым крылом, левым крылом, правым крылом. И все вместе правым крылом, левым крылом. Молодцы, ребята! Поторопимся, ребята, я веду вас к поросятам. Сколько их, ты посмотри. Поросят здесь раз, два, три. Хорошо мы посчитали. Три скорее показали. Поросята нас встречают, в дом зайти всех приглашают. Проходите, проходите, как живем мы, поглядите. Дом сумел построить сам, покажу его я вам. Посмотрим, ах, какой красивый дом. Кто же поселился в нем? Кто оттуда нас зовет? Бежим по лестнице вперед. Мы по лестнице бежим и считаем этажи. Раз этаж, два этаж, три этаж, а вот четыре. Кто же здесь живет в квартире? Мы еще раз посчитаем, пальцы дружно отгибаем. Раз этаж, два этаж, три этаж, четыре. Кто же здесь живет? Узнаем. Здесь встречает нас четыре. Локоточек от топыря. Вот она, четыре. Просто красота. Четыре лапки у кота, четыре ножки у стола. Раз, два, три, четыре. Четыре в домике угла. Раз, два, три, четыре. Знакомится четверка с нами. Мы ей киваем головами четыре раза. Давайте все вместе. Раз, два, три, четыре. Мы вернемся к поросятам. А четверка все ребята быстренько поставят здесь. Для четверки место есть. Справа от тройки. Поставили
Молодцы! Вниз не будем мы спешить, вниз не будем мы бежать. Будем медленно спускаться, будем этажи считать. Вот 4 этажа, вниз идем мы не спеша. 4-й этаж, 3-й этаж, 2-й этаж, 1-й этаж. Спустились. Мы, конечно, не забыли. Мы Ниф-Нифа похвалили. Отличный ты построил дом. Тепло, свежо, уютно в нем. Слышим голос тих и тонок. Это 3-й поросенок. Зовут Нуф-Нуфом малыша. Он говорит нам не спеша. Я помощи у вас прошу. А в чем? Сейчас вам расскажу. Отправился я как-то в путь. Да не сумел я повернуть. Поможем? Да! Здесь живут кошка и заяц. Если Нуф-Нуф повернет направо, кому он попадет? Да, к кошке. А если Нуф-Нуф повернет налево, кому он попадет? Да, к зайцу. Если Нуф-Нуф идет к зайчику, куда ему нужно поворачивать? Налево. А если Нуф-Нуф идет к кошечке, куда ему нужно поворачивать? Да, направо. Говорят нам поросята, вот что, милые ребята, мы для вас сейчас втроем песню весело споем, а споем мы вам о том, как мы целый год живем. Нам щедрая осень приносит плоды, дают урожай и поля, и сады. Зима засыпает снегами поля, зимой отдыхает и дремлет земля. Приходит весна, зеленеют леса, и птичьи повсюду звенят голоса. А лето пришло, все под солнцем цветет, и спелые ягоды просятся в рот. Вот так проводим год. Еще раз вам расскажем, и все, что делаем втроем, сейчас мы вам покажем. Нам щедрая осень приносит плоды, дают урожай и поля, и сады. Зима засыпает снегами поля, зимой отдыхает и дремлет земля. Приходит весна, зеленеют леса, и птичьи повсюду звенят голоса. А лето пришло, все под солнцем цветет, и спелые ягоды бросятся в рот. Меняется погода, а с ней времена года. Вам о них мы рассказали, но пока не посчитали. Быстро, дружно посчитаем, сколько их сейчас узнаем. Осень – раз, зима – два, весна – три, лето – 4. Запомним, друзья, подарила природа 4 чудесных нам времени года. Говорят тут поросята, у нас дело есть, ребята. Хорошо поболтали мы с вами, но пора в лес спешить за дровами. Вот засохшие деревья, мы их срубим поскорее. Сучья быстро обрубили, бревна рядышком сложили. А вы, детки, не скучайте, бревна быстро посчитайте. Сколько бревен? 1, 2, 3, 4. Хорошо все посчитали и 4 показали. Поросятам помогли, мы им бревна привезли. Ребята, скажите, а какую цифру мы сегодня узнали? Да, это цифра 4. Молодцы! Ну а теперь наше занятие подходит к концу. Если вам оно понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Ну а сейчас нам пора прощаться. Оставайтесь дома, занимайтесь с нами. И до новых встреч!